Божечки! Ты видела? Это парень! Я это Coffin Dance! Несут гробик, в котором лежит кто? Сиреноголовый! Ребёшники! Девочке не хватает трусов! Божечки, волосатые ноги какие! Пятницы не хватает! Там сос! Сос! Нарисовал. О, зачем он его скинул, Лера? И нарисовать воздушный шарик. Ладно, шутим, пустите. Отлично, Лера. Дерево вырос. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Дорисо Кошта Манга, всем привет! Привет, друзья! Рыжка Плея, это были ниточки! Им стало весело! Мы дорисовали, им стало весело! Ой, у Мангазика в любовь, это маленький малыш с мамой, а ему не хватает на голове кустика, веточки, а морковки не хватает кусочек веточки тоже, друзья. Либо внизу не хватает грядки или капкана. Лера, какого унитаза морковки? Что ты такое придумываешь? Мы еще так далеко не дошли, чтобы морковку в унитаз зарисовать. У нас еще кукуха пока на месте. А тортику не хватает третьей свечки. Отлично, друзья. Кукуха, обалденская да. игра. А к Эмонгазику Бобру не хватает бобра. Унитаза. Правильно, горшка, друзья. Папа, ты говорил, что мы еще до этого не дошли. Уже дошли. Лера, мы незаметными шагами добрались до рисования унитазов очень быстрыми темпами. Смотри, ему желудь обратно в башню прилетел. Эмонгазик гольфист. Друзья, играет в гольф. Вот такую шапку. Надо рисовать побольше шапку и клюшку. Отлично! Правильно, друзья! Бей. Клюшка суперовая. Так, что у него? У него нож, это импостер. А его шокером, прям через нож. Лера, ты видела? Круто. Так, дедушка смотрит телек. Но да как ты ему посмотришь? Отгрыз Боже. Часть провода. Лера, ты представляешь, как можно вот так вот вырезать часть провода? Дедушка, не представляю. Надо... А, это сделал кот Барсик, я придумал. Он пришел типа. Такой зубастый с хвостом и съел у дедушки кусок кабеля, друзья. А дедушка был в больших тапочках, поэтому встать не смог. Тем более у него была там вот такая вот лужа. А, ребята, все, игра у нас приняла. Наши художества есть. Закончились победой. Так. Это, ребята, TNT. Ого! Так, рукоять, ого! Бабахнуло. Он взорвался. Друзья, здесь после каждого левела есть анимации. Это Нему. У него кто-то отгрыз часть попки. Ему нужно дорисовать хвостик на скелетике. И либо косточку, как Among Us'ика. Это же игра Among Us посвящена, друзья. Вот именно. Так, дорисовали, все, ну, молодец. Так, алло, счастливый. А что ты не плыви. Счастливый? Алло, Лера интересуется, алло, что ты не плывешь. Кисточки, ручку. Прекрасно. О, слонику хоба. Это слоник Дамбо. Танцюрист или кто он такой? Нарисуем ему как... Алака малина. Как у мышки. Есть. Это про. Это слоник про. Эмонгазику нужно перебраться на другую чащу леса. Так ты же Iron Man, перелети. Прилетела НЛОха. Он не знает, что он Iron Man. Он, наверное, забыл, друзья. Или у него бензин кончился, я не знаю. Летел большой самолет. Вот такой летел. Говорит, давай я тебя подвезу на другую сторону, мил человек. Он говорит, ты что, прикалываешься? Мне просто мозг дорисуйте и все. Друзья, перебрались. За... Перелетели, кстати, он перелетел. Лера была права. Здесь... А где мы делали тогда мост? Не знаю. Дорисовали глазики, говорю, гразики и рюкзачок. И горшочек с золотом. А, это малыш, это корзинка. Ребята, у попугая не хватает клювика. Какой-то пеликан. Это попугай, Лера. Ой, это Эмонгазик Кися. Дорисуем ему глазик. Это, ребята, из последнего чаптера Airship. Там, где у нас серо-фиолетовый импостер. Милаха. Шутим, котик. Ой, заяц. С кем-то соревнуется, друзья. С лягухой. Да, рисуем ему... Капкан. Кота. Почти капкан, но кота. Воу, черепаха на банане подскользнулась, видела, друзья? И победила. Круто. Вот именно. Так, сосисечки и яичечки жарятся. Не хватает чашечки сока. Нет, не хватает. Или сковородной ручки. Ого, какие мы ловкие. Лера, ты видела? Подбрасываем. Так, чтобы на голове вырос куст, надо поливать и нарисовать воздушный шарик. Ладно, шутим, кустики. Отлично, вау, дерево выросло, аж папку вообще со стула сбило. Так, 68-й левел. Никогда не лейте на малышей воду. Особенно сверху, особенно с табуретки. Нет, особенно не лейте воду, если у них на голове растения, а то они вырастут. Да, друзья, нарисуем колдуну весло. Теперь он такой, ой! Это посох, ребята, это Гэндальф или Дамблдор.
кто любит Гарри Поттера, кто любит Властелина колец, напишите нам. Так, друзья, это этому не хватает чего? На башке мороженого. Или это хвостик ее, непонятно. Ого! Что-то кто там у парня в пруду плавает? Дорисуем ему полную лодку зайцев. Это Дед Мазай и зайцы. Вез зайцев на другой берег. Но ему по пути встретилась, наверное, русалка. Но сначала нарисуем большую кровожадную акулу-какулу. Или черепаху-марупаху. Не очень кровожадная. Не очень, да, не очень такая получилась. Девушка! Он ее переехал на своей лодке. Или зайцы повыпадали. Непонятно, короче. Это коронавирус. Это санитайзер. Мы его побеждаем санитайзером. А это, наверное, мунгазик пингвин, у которого волосатые подмыхи. Воу! Это волк! Лера, ты представляешь? Собака. Тебе еще больше скажу. А, это собака? Это тоже собака. Что мы жарим, скажите, пожалуйста, мужчина? Мясо. Он жарит мясо. Отлично. Мы обалденские художники. Девочке не хватает трусов. Божечки, волосатые ноги какие. Давай, извините. Следующее. Так, свечки, канделябру не хватает третьей свечки. Фу, какие они страшные все. Так, а это... Они в страшном доме. Спиннер. Отлично. Спиннер. У кого, ладно, ребята, есть спиннер? Или кто, у кого когда-нибудь он был? Крестики победили. Или нолики. Кого надо нарисовать? Нолики. Угадали. Выиграли. Нолики выиграли. Отлично. 79-й левел. Так, тушим пожар. У нас есть для этого что? Огнетушитель. Но пожар почему-то не потушился. Так, а что рыбки не хватает? Давайте подумаем, какой сложный левел. Наверное, не хватает ей большого глаза. Угадал. Хвостиком своим. Я не угадал, я знал. Так, снеговику не хватает руки бензопилы или руки лопаты, чтобы он копал и сделал себе второго снеговика. Вот именно. Или я не знаю, какой такой руки. Вниз руки. Да. На любой руки. Ребята, вот такой вот руки ему не хватало. Да. Пирату, а нашему не товарищу не хватает уха. Второго. Нет. Третьего. Пятого уха. Шестого. Не хватает ему кота или попугая в бороде. Может, ему зуб отбелить. Может, у него сопельки стекали. Мы не знаем, что с пиратом, на всякий случай глаз. Друзья, все верно. Это кусок гитары. Гитарка. И не хватает нижнего кусочка. Прошли. Озвучили. Ого. Что там такое? Сос. Лестницы не хватает. Там сос. Сос. Нарисовал. О, зачем он его скинул, Лера? Ну зачем он так с ним? Так, это часы с кукушкой. Не хватает на них девушки, которая катается на маятнике. Вот это я сказал. Джокеру не хватает кусочка Джокера. Ребята, никогда не какайтесь на маятнике. Так, божечки! Ты видела? Это парень в женских туфлях? Или это девушка волосатая почесала себе ногу? Лера, корова в шоке. У коровы аж ухо отпало от предыдущего левела вообще. Ху-ху, тумба-юмба. Бритва. Бритва. Это Балди. Квадратноголовый. Представляете? Так, ребята, это баскетбол. Тут ежику понятно. Туда. Туда. Не хватает части сеточки. Отлично. А залетать будем? Не будем. Ладно. Ананасику потерял хвостик. Кусочек. Чуть-чуть. Есть. Он веселый. Веселый стал. Отлично, друзья. Так, ножу. Не хватает части ножа. Такой изи левел. Лук перепугался. Эмонгазик. Эмонгазик Дед Мороз пролазит в трубу и застрял. Ребята, а ключу не хватает торчушки, чтобы подружиться с ключиком, с замочком девочкой. Нарисовали, только они почему-то по-прежнему грустные. А зубику не хватает чего? Пасты. Челюсти с остальными друзьями и подружками. Вот такими вот. Такими кривыми зубами. Он сказал, такие кривые друзья мне не нужны, дайте мне лучше пасты. Хорошо, дадим. И он себя, друзья, сам почистил. Ух ты, карандашику не хватает кусочка. Карандаш? Ребята, супер. Мы же не тупые все-таки. Это, ребята, жемчужинка в раковине. В раковине? В раковине, в смысле, в ракушке. Так, антенка от Wi-Fi вторая. Прекрасно. Снеговику не хватает кусочка шара. Мира. Да. Так. Божечки, какая девушка страшная. Лера, ты представляешь? Прости. Это, наверное, сиреноголовый. И прибили к башне сирены. Ребята, воу. Это девушка-змея. Как она называется? Забыл. Так. Торт. Вот. Круто. Как называется эта девушка с змеями вместо волосах? Напишите нам, друзья, в комментариях. Пикачу! Ой, Пикачу! Светится! Маха.
Пикачу есть хочу. Так, друзья, это Эмунгазик сидит на горшке. Зачем он там сидит, непонятно. Так, ребята, это кусочек башки не хватает. Это дьяволенок. Сидит, думает. Сидит, думает. Так, друзья. Че же ему дальше? Это, наверное, пугало на поле кукурузы. Да, рисуем Эмунгаза. Это, ребята, тыква. Это Хэллоуин. Это Спайдермен. Поймал Эмунгаза в труселях. И сделал бяку на полик. Обалдеть. Что? Он кинул вот в него щиток. Тебе, вот, падай в капкан. Туда прям. Не обижай нам Эмунгазика. Смотри, отпружинила ему в бошку. Круто. Друзья. Парень. С коронавирусом он заражен. Он заражен коронавирусом, потому что без маски. Нарисовали маску, но ему все равно плохо. Друзья. Вау. Это Coffin Dance. Несут гробик, в котором лежит кто? Сиреноголовый. Ребята, они его похоронили. Правильно. Круто. Круто. Друзья, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах Валеришка Максим Play Games. Правда, мы классные художники с Лерой. Смотрите все видео, не пропустите, друзья, ведь мы все стараемся только для вас. Спасибо, что вы нас смотрите. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие. Всем пока. Пока, друзья.